Всем привет, ребята. Смотрите, какая у нас красивая Милка. И вот это вот семейство кошачек. И вот моя мама. Три кота наших, да? Привет всем. Вот они как кушают молочко. Давай я покажу. Как они чмокают. Их уже можно погладить. Они уже такие у нас активные. Кстати, ребята, я принимала их в роды. Да, ты уже рассказывала, да, что ты смотрела, как они рождались. Когда три наших мордочки. Перегрызала пуповину. Представляете? Вот какая красота. У нас столовая, да, работает? Где тут моська? Все, я тебя не трогаю, малышка. Мне нравится, когда ее так вот делает. Да, Аня ее так успокаивает. И она лежит. В этой коробочке она лежала. Даже не видно, даже непонятно, что это их мордочки. В этой коробке она один раз лежала и второй раз. Угу. Откуда эта коробка, ты помнишь? Из-под овощей. Точно. Мы зимой заказывали овощи на маму. Да? Я хочу сейчас заказать. Милка лапу вывалила. Мама, можно сегодня заказать? Милка, смотри, положила лапку на котят. Что ты там? Погладь ее, чтобы она не вывалилась. Все хорошо. Аня ее личное успокоительное, да? Все, Аня, гладь. Вот так вот растут наши малыши, и две недельки уже. Уже даже сегодня 15-й день. Что, поцарапали, да? Да, очень когти. У них уже лапы. Один черно-рыжий, второй черно-рыжий, а посерединке такой, как наша Милка. Это острее, чем у мамы с самого рождения, между прочим. Так что они уже больше мамки. Вы когда маленькие с Тихоном были, у вас тоже были очень острые ногти. Мы ее не покупали в зоомагазине. Мы ее в доме покупали. По объявлению. Это за колбаски такие. Это за колбаски. Три котенка и одна мамочка. Миленько на бочок. Мама, а давай вот этого компот назовем. Этого кожика, этого карамелька. Вон как он красиво отдыхает на бочочке. Взорвусь от милоты. Дай-ка я вот этого карапуна сфоткаю. Черно-белый. Вон как он сладко сопит. А давайте его назовем. Он самый спокойный, видишь, лег себе. А давай этого назовем кожик. Этого компот. А его карамелька, она же девочка. Я не знаю, кто здесь девочка. Ну, папа говорил, что она девочка. Кожик, карамелька. Ой, дочь, убери ручку, так на солнышко он смотрит. Смотри, спит, засыпает. А этот? Давай, тебе осталось уложить еще вот этого котеночка. Потому что он самый толстый. Мама. А вон мама Милка спряталась. Сейчас я их убою. Похлебаюсь. Нет, очень солнечно. Не ложись на краю. Ой. Волчок и укусит лапочок. Давай. Вот Юлька. Он сейчас братика и сестричку поможет. Он сказал пока.
Всем пока-пока. Пока. Пока-пока.